Югорскую молодежь учат толерантности. Сегодня в Ханты-Мансийске открылся молодежный форум. В нем участвуют 160 югорчан. За два дня организаторы расскажут им о безопасном поведении в интернете и правильном взаимоотношении людей разных национальностей. На вопросы ответят югорские федеральные эксперты. Также в рамках форума запланированы мастер-классы, круглые столы и квесты. Отмечу, что молодежный форум на этой неделе пройдет также в Сургуте и Нижневартовске. Будет одна из площадок, да, которой, в принципе, у нас в регионе не было. Это обмен опытом в сфере профилактики экстремизма и терроризма, межнациональных, межконфессиональных отношений среди образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций. Во-первых, мне дает это много друзей, много знакомств. А мне, как я и говорил, уже саморазвитие. И просто интересно участвовать, знакомиться, ходить с людьми.